Тяжелый матч для нас был. И сейчас вот повторы идут. Два сумасшедших гола забили крылья. Вот. Настраивались, били, старались. Вот. Ну, немножко не хватило в конце. Пожалуйста, вопрос. Роман Гуськов, портал «Русфутбол». Крылья доминировали после перерыва, но минут за 10 до гола Велеса потеряли инициативу. Как на ваш взгляд, с чем это связано? С физикой или с тактическим перестроением? Ну, я за крылья не могу говорить. Мы добавили двух нападающих свежих вперед. Вот, и выжили из этого гол. Оба гола Велес пропустил после удара по роботу головой. С чем это связано и стало ли сложнее после выхода Егора Беленкова на поле? Ну, Егора я бы и в своей команде хотел видеть. Слежу за этим парнем давно, потому что, ну, за молодежью слежу, в принципе. Считаю, что у него хороший потенциал, большой. Вот. Я думаю, что он вырастет в хорошего нападающего, даже, может, до сборной дорастет. Вот. Конечно, безусловно, и мы и говорили футболистам, да, и понимали, что и Ваня Сергеев, и Егор, это, ну, на мой взгляд, одни из лучших нападающих вообще ФНЛ, да, что они сегодня, в принципе, доказали.